И да, у меня 14 минут нормально. Давай, это был хороший бой, да? Да. Ну, вперед, вперед, я готов. Поехали. Хит. Нормально. Короче, Hellgate — это какой-то космос. У меня как захожу, начинает лаговать. Так, два ребята, 2D. Да? Да. Да? Что я сделал? Да. Готовься. Да ёбку. Давай. Почему у меня пробел не сработал? Знаю, потому что ты на урон попал. Давай, готовься. Я не могу бью, ёбку. Ты можешь любого из них бить. Меня сейчас сожрут. Короче. Убегай за меня. Нормально, это будет хороший бой. Не, раздержись. Держишь? Ну, так. Ты того нагони. Ну давай этого жбанем. Не надо. Они сейчас разойдутся, давай. Все, надо было тебя спасать, потому что он бы тебя сожрал. А это мы съели? Нормально. Сейчас посмотрим, сколько у него было феймы. 10 миллионов. Ну, рано радоваться. 10 миллионов было у чела, да. А где второй? Вот он, сверху. Чувачок. Давай, ты слева, я справа, пошли. Да, давай. Надеюсь, он тебя не шотнет. Если что, клирика там. Ну да, старый. Так, иду на перерез. Что его там фирили? Что, ну, что-то с ним делал? Да. Иду фирить. Фирю. А ну ему что, жопу, он ничего не сделает. А, подожди, очко? У меня не работает кнопка. Он тебе сало, может, дает, не? Что? Или где он? Ну он слег, да. Но он может, знаешь, может тебе сало дать. Пошли чашу заберем, если уж на то пошло. Вот, он мог тебе типа сало давать, и тогда ты не можешь прожать ни клирика, ни ботинки, это же магия, типа. Да. И... Короче, вот все равно вот сейчас как бы мы их рубанули, но все равно я чувствую, что я что-то делаю не так. Ну, может и так, кто... Не, может, вот, вот когда у тебя типа ты в лаве стоишь, может тогда у тебя тоже боты не прижиматься, я не знаю точно. Короче, с самого начала, когда они начали заходить, да. Ты меня ботами, наверное, поставил, да, сразу? Да, я там на тебя все сливал. Короче, я самый. Я. Но оно, видишь, он. Бота прожать. Я хотел ботами, ну, как бы начать. И я не мог их тоже почему-то прожать. Ну, короче, будет все на видео, можно будет потом посмотреть на досуге, как оно там было. Но я тебе старался, видишь, когда они начали бурстовать, я Ешка их распихнул, плюсы дал, фиранул, ну, в общем, как всегда, типа. Где тут наши два мешка? Наконец-то тебе повезло. Книжечка. Ну, такая себе история. Куда такой? Но ты сегодня хотя бы сколько, 500к поднял, уже хорошо. Да. День не зря прошел. Ну, и выпадет нам опять седьмая свеча. А вдруг выпадет? Может, ну тогда выпала седьмая же, да. Это мне понравилось, когда помнишь, тогда тоже. Так, все, что тебе выпадает тебе, это твое, все, что выпадает мне, да. Это мое. И выпала свеча, и так... Ну мы ж точно пилим. Да. Сейчас приятненько, наверное, да, где-то здесь? Должно быть, да. Так, смотрим. Арбалетчик. О, мне кажется, те же самые ребята. Давай. Мне дотари. Да. Это, короче, те же жопошники. Я буду играть в тла. Давай. Подожди, не трать ману, пока не трать. Блин, он вперед идет, он хочет специально, чтобы... Я с него как бы начал. Я с него и начну. На ботинках можешь влетать. А я им, блядь, не попрожал, ёбку мать. Но... Профирил. А, я тебе дал. Красиво они тебе. Подожди, но это те же самые ребята или нет?
Не знаю. Сейчас посмотрим. Да, мне кажется, это те же самые ребята. Нет, это те же самые, если не ошибаюсь, которые нас били тогда в прошлый раз. Да, да, это те же. Они же попались. Точно. Они, кстати, молодцы.